Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это продолжение партии в Sid Meier's Civilization 6 за Венгрию на уровне сложности Божество с условием, что я всем встречным цивилизациям должен объявлять войну. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку и всем приятного продолжения просмотра. Какие-то звуки выстрелов были. Нет, просто... А куда делся вот сейчас мотопехота? Подождите. Просто одна мотопехота куда-то делась. Прогнозирующие системы украли. Отлично. Так. Я почему-то перестал строить самолеты. Поэтому надо тут, ну я два хотя бы поставлю бомбардировщика. О, вижу пулеметную роту. Так, а здесь маскат у меня не перекупили, да? Это здорово, потому что мне это реально дофига счастья. Ну в каждом городе по плюс одному счастью, в общем-то. Теперь у меня нету штрафов к науке. У меня уже стало 400, но я так не догоняю Вьетнам по количеству науки. Блин, у нее там подлодки. Так, давайте убьем. Броненосец. Есть королевское общество. Ну и что тут? Давайте в исследовательские гранты пока. В Диере подготовка. Ну, вообще, наверное, исследовательские... Ну, то есть, зачем мне логистика промышленной зоны, если у меня там уже... Набито на инженера. Мы ждем, чтобы просто кто-то другой его взял, а нам достался следующий. А исследовательские гранты все-таки в науку. Так, а что у нас с подготовкой спортсменов? Мы вторые на 6 ходов. А давайте, наверное, тут подготовку спортсменов сделаем. Я все-таки хочу что-то получить с этого. 2 единицы туризма. Ну вот 50 единиц мирового влияния хотя бы. Может, проголосую за что-нибудь. Эх, пингало, пингало. Ну, нам надо пингалу повышать на космическую гонку. И когда он обратно вернется, запихивать в столицу. Ой, я по району случайно кликнул. Навигация по звездам? Серьезно? Ну, украду навигацию по звездам, блин, прикол. Слушайте, может мне тогда лучше этого пересадить к Вьетнаму? Ну, сейчас, конечно, ход я уже потратил. Давайте отменю. Надо будет пересадить к Вьетнаму. А ступа что делает? Довольство, давайте купим. Кстати, а что по другим тут людям? У меня ни одного этого культурного великого человека. Вообще как-то без культуры получилась эта партия. Я совсем бескультурный. Зато купаемся в купальнях. Блин, я хотел сказать, блин, у Вьетнама 520, потом увидел 660 науки у Египта и 530 культуры. Я поражен, почему Египет не побеждает уже. А он даже не строит космопорт. Ну не поразительно ли? Так, значит, нам надо сначала Антиохию захватить.
Не, подожди, мы ее должны захватить пушками. Обстрела пушками должно быть, по идее, достаточно, нет? Чуть-чуть не хватает. Так, а вот трапезунда хватает одного. Значит, мы этим самолетом Антиохию обстреляем. Так. Теперь Антиохия. Так, ну вот все, надо как-то теперь начинать минус 16, минус 18, минус 16. Если мне надо какого-то человека... давайте попробуем... Я, кстати, Аманию кинул в этот... В Маскат, да, бежит. Ох... Развел. Очень мало у меня культуры. Я отстаю реально по культуре, но мне это даст, лунная экспедиция же даст культуру. Так, что тут с инженером? Три хода Китай, по идее, должен забрать. Ну, Магнуса и Амань, и Пингалу точно нет. Ну, давайте Рейна в Эгере. Давайте Лян из Дьера. Вопрос только куда? Трапезунд минус 10, Никомидия Антиохия по минус 8. Значит, в Антиохию. 4 хода, не, 5 ходов получается. Будет отваливаться. Мне за 5 ходов надо захватить Константинополь. Минус армия подлодок. А почему я их вижу, интересно? Я же не должен эти подлодки. Подлодки обычно видны, если... Или истребители видят подлодки. Подлодки видны, если они атаковали. Да не видать вроде. О, как тут... Какие тут шаны. Ну, это новый шпион. С другой стороны. Так, ну давайте подходить к Константинополю. Вообще ни одной корпорации не построил до сих пор. Этого, значит, Юэ. Сколько ходов? 6. Ну, наверное, все-таки в золотой не получится. Хотя я буду стараться. Что я тут еще могу для золотого? Уран как-то использовать? 2 хода. До ядерок. Ну, я точно не успею, если я не кину во Вьетнам ядерку. Вьетнам открыл умные материалы, но не открыл нанотехнологии. Это, блин, повторяется та же ситуация, как в прошлой игре с Инком, который тоже все последние открыл, а вот эту почему-то не открыл. Тоже фигня. А кто предыдущего забрал? Вьетнам. Который вообще не читал на него. Просто купил его, что ли? Вообще поразительно, как иногда компьютер действует. Так, сколько Антиохия может провисеть? Блин, 3 хода.
Если я сейчас перекину туда самолет, у меня только два хода, видите, не дотягиваются до Константинополя. А, ну надо перебрасывать. Слушайте, а давайте все-таки в Волине инженера сделаем. Я давно хотел, чтобы там вот тут взлетную полосу где-нибудь организовать. Блин, а можно вот эту фигню как-то убить? И давайте, кстати, этого апну в мотопехоту. Без карточки, я понимаю, но... надо. Просто хотел бы сюда арту поставить, а вот что-то не добегает. Кстати, у уважаемого Вьетнама как минимум 4 человекоподобных робота я вижу. Давайте пробовать срывать ракетостроение. О, я на первом месте по всемирному. Но у меня вообще туризм это не... Ну, то есть, мне это бессмысленно на самом деле. Так, короче, нафиг надо... Давайте следовательские гранты топить. Какие-то пушки до сих пор в Византии пытаются отбиться. Так, что там? Кабул мне войну объявил. Ну, Кабул не сами. Меня будет страшно, если... Ну, не, точнее, не страшно, неприятно, если Болонья, да? То есть как-то тут что-то поделает. А во всем остальном... не страшно. Так, что тут? Пока держится Антиохия и Византия. Ага, нет, и комедия все-таки отвалилась. Ну вот вопрос, сосредотачиваться на Константинополе или пытаться опять не комедию захватывать. Давайте глянем, Антиохия. Два хода еще, то есть один раз можно отсюда выстрелить самолетом, блин. Ну это мало, конечно. То есть мне один раз выстрелить, потом самолет перебрасывать. Да, ну тут надо в любом случае атаковать пока Константинополь. Здесь у нас есть хотя бы арта. А стоит ли мне не комедию арту? Я ее, по-моему, не смогу захватить сейчас. Танк не доезжает, а у этого слабо будет. Хотя... ну, арту они не должны убить. Давайте попробуем. Я должен захватить, похоже. Отлично. Это очень здорово. Так. Танчик. Бля, что так много у него пушек стало? Так, я вот сюда... А, блин, там это... Так, а что, колонна транспорта походила уже? Странно. Ладно. Так, сохраняем город. Монумент. Блин, 4 хода. Я тоже за 4 хода взять Константинополь. Тогда мне дадут кучу очков. Но мне кажется, я не возьму.
Давайте вот эту пушку мочканем. Так. Тут стоим, держимся. Так, ну вот теперь медленнее должна Антиохия отваливаться, да. А, я хотел где-то аэропорт. Давайте, наверное, вот сюда аэропорт поставим. Аэродром. Разный. Аэропорт это в городе, а аэродром это чтобы на территории запускать. Так. Давайте амфитеатр починим и рынок строим. Я бы из Салоников, кстати, дорогу провести, из Антиохии дорогу. Так, а Трапезунд? Трапезунд следующим ходом отвалится. Ну вот Трапезунд я, скорее всего, уже не буду. Тогда, наверное, Антиохия быстрее будет отваливаться. О! А вот и истребители появились у Англии. Так, ну я, пожалуй, по подлодкам продолжу работать. Эх, черт. Так, там компьютер открываем. Здесь у нас истребитель. Хм, можно по инженеру. Правда, не знаю, зачем там инженер, что он тут будет строить. Надеюсь, не ракетную эту. Так, тут бомбардировщик строим. Взлетная полоса. А нафига эту взлетную полосу поставил? Ну, это я помню, что я атаковал, но смысл с меня тут. Ладно, не буду в этом разбираться. Подготовка спортсменов, я думаю, мне нафиг не нужна все-таки. Хотя я и лидер. Одно очко дипломатической победы и 2 единицы туризма за каждый кампус. Ну нафига мне туризм? С другой стороны, по-моему, это как-то будет влиять еще, кроме самой победы туризма, как-то на отношения вроде. Может, меньше нападать будут. Кампус, а не дать, наверное, центр коммерции, что ли? Плюс 3, плюс 2... А, давайте строителя. Что с инженером? Так, следующим ходом Китай этого возьмет. Надеюсь, мне там что-нибудь будет все-таки. А, так, это мы все из Буды запускаем. Из Буды, повторяю. Хищение технологий, диверсии на производстве, подрыв плотины. Ну, давайте попробуем. Блин, сразу ракетостроение всего лишь 50%. Ладно, давайте попробуем умные материалы тогда спереть. 3 хода. Умные материалы это все-таки у... Это ж ускорялки, по-моему. Как раз. Так, ну Вьетнам, 3-й проект. Не только... А, нет, это 4-е. Межпланетную тоже надо увидеть. То есть умные материалы это где-то вот здесь вот межпланетная экспедиция. Последний проект. Так, в Эгере. Поехали исследовательские гранты. Пеште. Исследовательские гранты. В Мишкальце. А, стоп, я уже это открыл. Так, давайте-ка ядерное устройство. Стоп, ребята, что это я? Какие исследовательские гранты? В этих городах ядерное устройство. Это я только запустил. Так, тут минус по идее не надо. Везде ядерные устройства. Надо будет тогда на подлодку копить. Я ее, правда, еще не открыл. Вот в дальнюю связь надо. 3 хода. Мне, собственно, для этого не комедия и нужна. Так, можно назначить Пингалу обратно. Столицу. И Маскат мы теперь
надолго наш. Ну, если Англия будет Маскатом заниматься, я вообще не против. Вообще норм, честно говоря. Так, все у меня тут не растет. А в Диере интересно, за счет чего у меня минус сейчас, по счастью. Ага, просто превышено. Я просто думал, может, это из-за усталости от войны. Ауч. Больно пушечка стреляет. Кстати, половину снял. Ну, тут, правда, еще из города, скорее всего, постреляли. Так, трапезунд сейчас отвалится. 485, 459, 400. Ну, Вьетнам 566. О, уже истребитель против меня. Но у меня, по-моему, прокачка не против истребителей. Есть. Вернер фон Браун. Вот тебя-то я и ждал. Это так здорово. И сразу один ход вместо двух. О, в салоне. Да, пускай в салонике. Так, теперь как Антиохия. О, следующим ходом не отваливает. Значит, продолжаем Константинополь отсюда атаковать. Бомбардировщикам. Нам очень важно Константинополь. Тогда мы вот эти три города точно будем удерживать. Тут Адрианополь останется и все. Так. А, ну привязан. Блин, господи, этот глюк. Я думаю, что так не так с этим? На самом деле эта фигня привязана к танку. Сейчас. Прикиньте. Давайте здесь аэро... Так, подождите, точно ли здесь? Насколько далеко у нас бомбардировщики действуют? На 11 клеток, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, отлично, долетают. Ну, до Константинополя само собой долетают. Просто я сюда переброшу бомбардировщики и спокойно буду отсюда по Константинополю и Адрианополю работать. Мне даже не важно, что эти города отвалятся. Я доработаю по Константинополю, его захвачу, а потом уже спокойно дозабираю. Хочу апнуться. Плюс к один к дальности. Может мне... Ладно, этого давайте. Не, этого я убью вот так лучше. Тяжелое поражение. А, у них плюс 10, да, за крестовый поход точно. А, вот почему... Нет, подожди, здесь он как раз не работает, крестовый поход. Думаю, что-то все равно тут как-то больно. Тут крестовый поход как раз не работает. А вот здесь плюс 10, конечно, нормальненько так. Вообще тут могут этот танк разобрать. На запчасти вообще-то. Тем более этими армиями. Просто стоим. Сразу перебрасываем уже сюда. Еще шпион. Так, у нас шпионы сидят в Дананге, Хюэ и Тхалонге. Дананг, Хюэ, Тхалонг. В Митхо, видимо. Тут, по-моему, был еще космопорт. Он 4 космопорта. Она 4 космопорта построила. За что мне сейчас очки дали? За великого человека. Артиллерия не знает. А, и последний уровень арты. Так, сколько еще ходов? 3. Так, ну я, наверное, вот этот корпус бы убил. Мне, по идее, должны за это дать очки. Нет, не дали. Доступно повышение.
Так, и здесь бы я, наверное, вот эту убил, чтобы уйти из-под выстрелов этого военного. Блин, я туда не добег... А почему? Почему-то игра мне показывает, типа, что могу добежать. Блин, зона контроля не должна действовать на этот юнит. А, нет, это мотопехота должна. Ладно, тогда убиваем, видимо, сначала эту пушку. Жаль, остаемся там под выстрелом. Ну, тут, конечно, 37%, но тут не прокачанный вообще. Так что вдруг сорвется ракетостроение на всякий. Просто попробуем. Так, продолжаем ядерное устройство фигачить. Тут шпион. Ну, тут, наверное, долговато ядерка. Давайте еще одного шпиона тогда. И два хода до... Два хода до подлодки. Так, в Трапезунде, в Иерусалиме нужна, да? Не нужна тут еда. Так, еще раз проверю, что Антиохия следующим ходом точно не отваливается. Что иначе я... Ну, по идее, должны самолеты так не теряются, если город отвалится. Так, отлично, здесь уровень есть. Вот эти просто, смотрите, они ничего не делают, просто стоят армии пушек и все. Так, ну слушайте, тут вот тяжеловато у нас идет, на самом деле. Вот этого уровня нету, и я, получается, скорее всего, потеряю эту армию. Два хода. Так, запустили лунную экспедицию. Открыли плюс 25% опыта всем юнитам. Нет, пожалуй... Пожалуй, нет. И супершпион еще получили повышение. Так, ну мы в глобализацию идем, потому что тут плюс 2 к производству от караванов. Тут я, пожалуй, все-таки задержание, перемещение, уголь. Хотя, может, уголь этот снять пока? Посмотрите, у нас 70 угля. Вот это мне плюс 25% опыта нравится. Давайте, наверное, вот это уголь и селитру. Так, перебрасываем самолет. Так, во-первых, этот у нас поработает уже сразу. Видите, я этих даже не апаю, потому что мне надо быстрее снять защиту. Вообще странно, вот ты военным инженером ставишь взлетную полосу, вот это тут сразу три этих места для самолетов, да, военным инженером. А в городе строишь аэропорт, там два места только. Ну, мне кажется, это немножко... Немножко странно. Так, слушайте, а где у нас были... Вот, горный тоннель. Я, может, мне горный тоннель где-нибудь... Вот здесь сделать? Я уже поздновато немного. Ладно, пойдем вперед пока. Тут просто убивается. Нет, не убивается, блин. Просто стоим здесь пушками. Ту же Никомедию. Мне надо именно Никомедию обратно отбивать. Нет штрафа к боевому при нападении через реку. В сражении в районе. Наверное, все-таки вот это возьмем. Ну что, минус. Мне надо эти пушки убивать. Я надеюсь, хоть один юнит останется для захвата. По идее, следующим ходом должен Константинополь захватывать. Три бомбардировщика по нему поработают. Может, из Салоник отправить? Не. Все в Буду. Так, построили. Следующий проект. Запуск колонии на Марсе. Венгры,
стремятся в космос. Проверяем, что там у нас с Вьетнамом. Я не понимаю, как Вьетнам до сих пор нанотехнологии не открыл. Смотрим, где они. Они вот тут внизу. То есть дальше прогнозирующие системы, вот это. Меня поражает этот компьютер в конце игры. Хоть вообще кто-нибудь нанотехнологии открыл. О, Египет. Египет все три открыл, но даже космопорт не построил. Египет, кстати, тоже неплохо идет. 747 науки. То есть обычно я к этому моменту уже всех просто опережаю по науке дико. Как видите, в этой игре я еще ни разу не вырывался вперед по количеству по науке вход. И по технологиям. Блин, я на 7 технологий от Вьетнама отстаю. На 7. Так, ну я же где-то вроде похищаю умные материалы. Да. Один ход. Может мне подождать? Тут как бы без разницы. Давайте я пропущу один ход. Он все равно следующий. Даже я сейчас поставлю похищать умные материалы, они будут похищены, то этот шпион как бы очнется и опять будет требовать внимания. Так, пошли дальше исследовательские гранты. Так, мне не хватает до золотого века 3 очка. А дадут ли мне, интересно, за ядерку? Я вот не помню, между прочим. Так, если чё, какого-нибудь великого человека, во, торговец будет. Мне, наверное, придется его взять, хотя он мне, блин, плюс 10 туризма чисто для того, чтобы очки получить. Давайте купальню, наверное, сделаем. Чтобы на эти города все влияло. Так, истребители. Блин, может перебросить этот истребитель к Византии. Давайте вот сюда. Потом заюзаем здесь. Ну, очень много юнитов. Ах. Ну, знаете, не факт. Не факт, что я возьму Константинополь. Вообще еще не факт. То есть мне надо до нуля снизить оборону, тогда есть шанс. То есть у меня сила-то выше, получается, у юнита. Блин, надо было в Антиохии купить юнит какой-нибудь. Ну, типа танка, чтобы он быстро, типа. Сейчас Антиохия отвалится. А, слушай, так если я Константинополь возьму, это я выйду в Золотой век. Мне это даст кучу очков эпохи. Раз атака. Два атака. Да, не хватает. Тупо не хватает. Наверное, даже одного удара. Так, ну мне, значит, надо сейчас захватывать Антиохию обратно, покупать там юнит. Блин, а смогу я сейчас Антиохию захватить вообще? Да, смогу. Так. Надо покупать юнит. По идее, он тут должен вот так по дороге. Танк должен успеть заехать. Тем более современный. А, ну 4, но все равно должен успеть. Так, этот город сохраняем. Смогла своровать секрет умных материалов, хоть и свалила. Так, дальнюю связь откроем и дальше в умные материалы. Ого, сколько всего надо открывать.
Так, ну тут еще до победы, ребята, очень далеко. Нанотехнологии. Ну, что вот сейчас мешает Вьетнаму улететь, расскажите. Все открыто. Умный материал еще кто-нибудь, кроме Вьетнама, открыл вообще? Нет? Так, откуда у меня лянд забрали? А, из городов. Так, давайте в Антиохию, просто чтобы медленнее отваливалось. Тут в защиту встанем. И за ядерку мне никаких очков не дали, да? Да, но я очень надеюсь, что следующим ходом Константинополь заберу, и вот это будет... А, стоп, один ход. Ну все, я уже не успел, ладно. Я уже не успел, все. Так, тут волен что-то побольше дают. Давайте 4 производства. Мне достаточно, зато денег побольше будет. В Маскат не хочу. А вот внутренние свои пути, да. Пять ходов фунтоклетка. Что-то негде тут центр коммерции ставить. Клетки выкупать не хочу, честно говоря. Ну, минус мотопехота, естественно. Убью уже эту пушку, но мотопехоте это не поможет. Вот, теперь запускаем силовые ячейки украсть. Видите, есть ядерное устройство. Я думаю, что мне пока ядерных устройств достаточно будет. Подождите, а я что, не открыл... Проект Иви? Мне кажется, термоядерки мне тут не нужны. Стоит ли мне зенитки? Как вы думаете, есть шанс, что в меня компьютер кинет что-нибудь? Все-таки второе место на Олимпиаде я займу. Ладно, пошли пока исследовательские гранты. Странно, что-то быстрее эпоха началась. Я думал, я еще и этого получу. О, еще инженеры даже могут появиться. Странный инженер из информационной эры, одет как будто он из 19 века. Да, жаль, в нормальный век выходим. А, да, клепаю строителей просто для ускорения, возможно, ускорялок. Монумент, амбар, универ, туризм, к разработке проекта космическая гонка, если есть военная академия или порт. Она, кстати, есть в Буде. Вопрос, ну а смысл мне спешить? У меня нету следующего проекта, даже не открыт, поэтому нету смысла в этой карточке. Лучше те, которые у меня сейчас стоят, оставить. Да, жалко. Вот, ну, короче, одного хода не хватило на столицу. Что-то я тут, конечно, мог получше сделать и быстрее захватить. Это столица, но это дало бы мне необходимые очки эпохи, на самом деле. Три очка точно бы это дало за захват столицы. Поэтому нормальный, обычный век. Сейчас интересно, Вьетнам в каком? А, захватили. Соперник теряет уважение к нам. Ну, это вообще... Вообще меня не беспокоит. Так, а вот здесь мы, нам надо два производства поставить. И плюс 5% за каждый город. Вот это все надо ставить.
Так, а давай, а двойной эффект давайте попробуем еще где-нибудь использовать, чтобы заделать. А, так, во-первых, Вьетнам в золотом, да ё-моё, что такое? Ну давайте под охраной лжи мы там что-то тырим. Блин, а если бы вышел в золотой, я бы сейчас мог робота получить. Так, подъезжаем. Подъезжаем. Работаем по Константинополю. Опа, даже одного бомбардировщика хватило. И что, не дали никаких очков? Да, 4 очка к счету эпохи. Я был бы в золотом веке. Все, теперь можно не комедию захватывать. Блин, все равно еще отвали. Ну, надо следующим ходом надо глянуть. Так, теперь Трапезунд. Ну врет же компьютер, не смогу. Разве я смогу сейчас вот отсюда атаковать, когда высажусь? Могу. Интересно, ну давайте попробуем. Так, и хочу еще артой. Так, ну мне сначала надо сохранить все эти города, чтобы обновилась лояльность на самом деле. Ну то либо разрушить, но мне надо сохранять. Так, и тут мы сейчас посмотрим, сколько стоит купить подлодку. 1360, вау! Нифига себе, так, мне нужны деньги. Потому что я так никогда ядерку и не брошу. Так, вот теперь смотрим. Антиохия минус 8, минус 14. Да господи, что так больно-то отваливается все? Короче, Адрианополь еще надо брать. Иначе мы тут долго будем сидеть с этими отваливающимися городами. О, есть рынок. Давайте я просто тут торговца построю своим ходом. Эти можно, наверное, и в Маскат теперь поотправлять, я подумал. Бомбардировщик завершен. Ну, продолжим, наверное, бомбардировщики строить. И этого в Салоники переведем. Так. Гранты, космическая гонка, кооперация. О! Блин, я мог что-то взять, чтобы... А, ладно. Чтобы очки получить. Давайте Мокшу в Мишкольц. Давайте я вот теперь уже не на производство, а на деньги в Маскат. Ну, потому что мне надо накопить на подводную лодку. И тут давайте... Хотя исследовательские гранты... Блин, реально все так долго. Не, ну как долго? Все по одному ходу, но это все равно раз, два, три, четыре. Предложим тут два хода. Шесть ходов до последней экспедиции. Успокаивает только то, что потому, почему-то Вьетнам третью экспедицию даже не начинает делать по какой-то причине. Ладно, исследовательские гранты. Не, ну 3 ядер, даже 4, 5 ядерок будет. Ну, я думаю, мне бы их довести. То, что я их использовать могу, это уже зашибись, конечно. Могу хоть в этого, в Александра. Но Александр-то мне никак тут. Не, ну слушайте, 800 науки у Египта, например. Вот спрашивается, зачем компьютер делает 800 науки, если он даже, ну хотя бы он проект первый заканчивает.
Умные материалы не открыты. Поразительно. Поразительно. То есть тут у нас уже четверо. Клеопатра, Сандок, Вьетнам и Александр. Причем из них только Вьетнам хоть как-то чуть дальше... вот мне что надо поставить. Точно так. Во-первых, я хотел засоюзить какие-нибудь еще ГГшки. Смотрим, какие тут могут быть. Валетту, кстати, вполне... Ты, конечно, понимаешь, у меня... Я смотрю, где на самом деле меньше всего послов, чтобы мне было проще. Ну, Василий точно ни одного. Я в коммунизме, а Василий... в фашизме был, да. Давайте. Раз. Два. Вот, кстати, откуда мог еще очки получить. Три. Ну, так. Я сюзерен. Значит, у нас раз, два. Потому что это все мне даст... давайте в Шенгете. Еще очки. Вот откуда мог очки насобирать еще. Так, Маскат, Валетта, Шенгете. Болонью давайте. А что, в Болоне... Ладно. Так, сделаем. И у меня один посол остался. Тогда на этом пока все. Что-то меняем. Здесь ставим 5%. Тут ставим... Где глобализация? Вот, электронная коммерция. А вместо чего? Видимо, вместо гражданского авторитета. Но это снизит мне, кстати. Ладно, пока так. О, 533 науки. Так, а здесь мы в синтетическую технократию. А что синтетическую технократию ускоряет? Робототехника. Ну, собственно, мы в нее и идем. Еще до сих пор варвары на галерах плавают. Такие самолеты летают. Ядерные ракеты летают. А мы на галерах. Че нам? Да нет, ну нет. Ну как так-то? Ну ё-моё, ну как вы задолбали? Ну серьезно. Сломали космопорт мне. Туризм. Так, не дают очки, не знаю. Литературная пускай. Дополнительные единицы. Что-то у меня... Это цитрусовые. Два очка я. И соревнования. Климатическое соглашение. Я уверен, что сейчас мне, скорее всего, цитрусовые забанят. Янтарь не влияет. Янтарь мне вообще пофигу. От литературного произведения удваивается. Два очка Клеопатра. Так, проверим культурную победу и... И так, а что тут у нас? Стадионы. Да, но стадионы у нас не построены. У нас только купальни построены. Проверим победу культуры. Там никто случайно совершил. Да, нет, без шансов. И дипломатии без шансов. Третий проект никто не начинает. Ну ладно, я сломали космопорт, я его успею починить. Там у меня один ход оставался. И надо бы мне, конечно, шпиона тут, видимо. Вот сейчас вот, который возвращается. Я его посажу на третьего уровня. Так, ну тогда мы отказываемся от этого торговца. Он нам не нужен абсолютно в данном случае.
Так, тут будем стоять от дальнобойных атак защиту. Вот Адрианополь мы берем, тогда уже точно ничего не отваливается, потому что Никея будет меньше по численности населения, чем Константинополь и Адрианополь. Так, тут мы копим деньги на покупку подводной лодки. Еще проверим. Минус 11. Ну, во, Антиохия уже практически не отваливается. Отлично. Я даже должен успеть взять... Ну, Константинополь, правда, отвалится. Хотя, может, и нет. Может, я следующим ходом успею. Так, тут полечимся артой. Уровень. А, еще у нас бомбардировщик есть уже. Серьезно, не долетает до Адрианополя? Ну, фак. Ладно, тогда в Антиохию перекидываем. Это вот неудачно. Ну, он с прошлым ходом не дотягивает, только в Салоники мог перекинуть. Так что... Так что вот так. Так, может тут железную дорогу провести? У нас, как бы, я смотрю, и угля, и железа достаточно. Я бы вот тут железную дорогу вот так провел. Так, танчик лечится. Никого не апаем, потому что деньги на подлодку нужны. Так, ну что, попробуем ракетостроение. 37%. Исследовательские гранты. 4 ядерки, исследовательские гранты. Купальня. Ну, давайте стадик. Кстати, в Мишкальце давайте стадик. Ну, нет смысла гидроэлектростанции, мне хватает электричества. И где у нас еще было? По-моему, в Эгере, да? Блин, где-то я еще строил. Что-то не вижу. А, вот развлекательный. В Сегиде. Так, ничего не меняем. Блин, Антиохия раньше была городом-государством. Я что-то сейчас увидел название, подумал, а не захватил ли Византия Антиохию? Но я потом вспомнил, что когда... Византию сделали цивилизацией, то Антиохия поменяла. Я не помню, кто сейчас вместо Антиохии. Не Магадиш или? Не помню, что Антиохия делала как город-государство. Слушайте, а вообще кто-нибудь воюет сейчас? Давайте глянем. Так, захватил Константинополь. Ну, опять же, я был бы не против, если бы прошел этот кризис. Потому что я уверен, что Византия уже ее не отобьет. И никто не поможет. Не прошло. Кто был против опять? Так, за были Византия и Португалия, а против Александр. Опять те же. И в прошлый раз они были против этих стран. Но они со мной в войне? Но не хотят. О, силовые ячейки украдены. Так, ну плюс 5% культуры, я думаю, мне не надо. Так, силовые ячейки, это вот... О! Смотрите, все украдено для ускорения абсолютно. Отлично. Так, ну и потом нам надо будет сюда идти. Тут вот ускорялки 100%, именно в том месте. Опять же, каждый ход проверяем. Почему третий проект никто не читает? Ну, ладно, эти еще не открыли его, но у нас с третьим проектом Вьетнам сидит. А, и Китай с третьим проектом, охренеть. Обалдеть просто. Так, наверное, продолжаем исследовательские гранты. Ну, не знаю, давайте тогда Амани до кукловода уже прокачаю. Чтобы уже Маскат точно никто не перекупил. Так. Давайте-ка я его полечу и апну. Верну Вегер.
А, не, какой апнул? Мне деньги на другое нужны, никаких апов. Ну вот теперь прям 100% не должно ничего отваливаться. Минус 3 Константинополь все равно. То есть Никею надо забирать. Таки. Я подойду, чтобы засвечивать. Потому что у нас тут еще один бомбардировщик не поработал. Так, эту я хочу, чтобы лечилась. Истребитель. Что, не дотягивается никуда истребитель? Так, а трапезунт? Трапезунт не отвалит. Давайте мы истребитель сюда переведем. Как он столько этих пушек наклепал? Смотрите, он за счет этих пушек половину имеет силы от моей армии. Хотя у меня, очевидно, армия просто намного круче. Так, тут просто в защиту встану. А что я тут делал? Блин, ни одной корпорации так и не построю. Ну, кстати, вот у меня сейчас появится торговец. Им как раз... А, блин, я же его пропустил. Черт. Надо было брать корпорацию. Ну, не... правда, с другой стороны, там... Ну, какие мне там вот эти товары нужны от этих... Если бы там что-нибудь на науку было, тогда можно было бы, да. Так, я смог тут сорвать ракетостроение или что? Что-то я не вижу, чтобы я тут ракетостроение сорвал. Ну, короче, работаем. Или он только прибыл? Так, в Трапезунде купальня. В Мохаче исследовательские гранты. В Дьере. Может, тоже развлекательный центр какой поставить? Ай, ладно, тут уже буквально чуть-чуть осталось. Ничего мы не меняем. 120 науки, вот 5% дают, зашибись. 120 науки, просто... Да, мне, конечно, надо было больше на культуру внимания обращать. И быстрее бы все в это вышел. В этой игре именно с культурой проблема скорее, чем с чем-то еще. Все остальное вообще зашибись. Последняя битва Византии. Последние тысяч. Пастбище плюс пища. Ну, робота мне, наверное, не надо. Так, синтетическую технократию. Блин, а может не ставить пока? Может, ну все-таки 10% науки? Извините. Я бы пока коммунизм оставил, на самом деле. Так, давайте в Будде добиваем. Так, этого на защиту космопорта сажаем. Тут добиваем последний от проекта. Третий проект так никто и не начинает делать. Я... Ну, правда, и меня не пишешь, что типа я его делаю. Так что тут, возможно, глюки нам просто покажет сразу, когда он будет доделан и все.
Не, ну я хочу Византию уничтожить, чего ж тут. Так, Константинополь все-таки отвалится следующим ходом. Давайте, наверное, тогда... так я Алян туда сейчас пересажу, и ничего не отвалится. О, плюс 4. И не комедия. Так, я следующим ходом Никею должен брать, на самом деле. Не знаю, постою, полечусь лучше. Здесь надо отойти. Исследовательские гранты в Пеште. Исследовательские гранты в Дьере. Исследовательские гранты в Эгере. Еще один строитель в Дебрецене. Так, вот, сейчас этим присоединится эта клетка, мы в Дебрецене построим центр коммерции. Так, в Иерусалиме что построилось? О, центр коммерции, рынок. И во всех остальных городах что-то строится, да? Тогда мы просто пропустим ход. Ну что с этим рабочим? Давайте... Вот как? Почему столько клеток вот не обработано у компьютера? Камень не обработан, вообще не... Ну, кстати, большой барьерный риф, круто. И там, мне кажется, китов надо будет починить. У меня, видите, нету китов. А у Византии есть. И они единственные, которые к нему достают, это разграбленные киты. Так, не строим. Я тут ничего не строю. Дальше пойдем, наверное, в охрану природы. Или, может, что-нибудь на послов пооткрывать, на всякий пожарный. У меня тут никакие... Так, Шенгетик кто-то... Нет, никто не перекупал. Я сюзерен, Валетта... Слушайте, а может проверить вообще Валеттой что-нибудь в центре города покупать? Канализация, я думаю, нафиг нужна, тут дофига жилья. Вот тут можно канализацию купить. Я не думаю, что на каких-то великих людей хочу тратить. Вряд ли я хочу тратить на каких-то великих людей. Так, ну тут, в принципе, ну тут не растет, ну 6 ходов. Не, наверное, тут не надо канализация. О, вот здесь можно. Водяная мельница. Ну, тут чисто водяную мельницу, если только. Опять же, жилья достаточно. Тут можно канализацию. Водяную мельницу. И канализацию, и водяную мельницу. Избирательное право ускорил. Купил 4 канализации за веру. Прикольно. Так, тут не нужна. Тут можно. О, в Мохаче монумента не было. Ничего себе, и канализация тут нужна. Трапезунди, давайте амбар. В Антиохии... Тут все ремонтируется, покупать нечего. Кейсиге, канализацию. В Никомиде амбар можно купить. Тут ремонтируется все. И тут тоже не буду покупать канализацию в Адрианополе. Тем более захваченные города, пока Византию не захвачу, они работать не будут расти. Так, ну все, конец хода. Блин, я не понимаю, почему комп не хочет улетать. Вот в этом и прикол. Как бы, кажется, вот ты проигрываешь компьютеру в 6-й цире. В четверке бы, например, компьютер вообще бы уже все
Уже бы улетел нафиг, все, твои проблемы. Не хватило тебе чего-то. Почему вот сейчас Вьетнам не строит третий проект? Почему Египет, имея такую науку, только сейчас первый начал строить проект? Почему? Просто риторические вопросы. Каждый раз. Выбросы CO2 от юнитов снижаются на 50%. Так, тут я чисто послов открыл. Ну вот, два хода до последнего проекта. Смотрим. О, Китай третий проект сделал. Ну, зашибись, хоть кто-то... Но он при этом умные материалы не открыл. Я через два хода открываю. Ну, не знаю. Нет, ну пока все равно понятно, что я тут не победил. Просто если бы ты делал Вьетнам, было бы очевидно, что я проигрываю. А так как это делает Китай, который даже, по-моему, у него меньше науки, чем у меня. Не, ну наравне идем, хорошо, наравне. Ну, вот и пала Византийская империя. Правда, не в 1400 каком-то году, а в 1800. В этой альтернативной реальности Византия продержалась дольше. Видите, 5 очков дают эпохи. Кайф. Все, больше никто не отваливается по лояльности. Города развиваем. Можно всю эту армию теперь перекинуть... Не знаю, на Александра. Тоже вот Александр сидит. Сколько у него науки? Ну, 370 еще что-то маловато. Хотя он тоже уже здесь. Вообще тут 7 цивилизаций. 7 цивилизаций, из которых улетают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, улетают, кстати, больше. Эти практически все делают проекты. Так, что мы в Буде два хода поделаем? Ну, видимо, просто исследовательские гранты. Так, здесь мы вырубаем клеточку. Ставим центр коммерции. Тоже как бы бессмысленно в некотором смысле. Я думаю, что пока я построю рынок, я улечу раньше. О, Дебрецен отваливается. Так, ну вот сюда надо пересадить теперь Лян. Там-то у меня точно ничего больше не будет отваливаться. Дебрецен. Минус один все равно будет. Вау. Ну, минус один так минус один. Он не отвалится до конца игры. Так, надо этих истребителей перебросить. Давайте сюда. А второй где истребитель у меня? А, я лечил его в Эгере. Ну, давайте, пускай он вылечится. Сейчас против Александра поработаем, чтобы Дебрецен не отвалился. Пидну захватим. Так, в Кесиге я бы перебросил тоже в столицу и... контролировал бы производственную площадь. Не успел железную дорогу построить, чтобы быстрее юниты возвращать. Так, как бы мне пидну подсветить? Вообще никак, что ли? Да тут не будет видно, потому что... леса... Блин, вообще никак не подсветить. На самом деле. Ну, видимо, пропустим ход тут пока. Ну, я хочу подсветить... А, блин. Вот чем я забыл. Давайте его вот тут поставим. Опа.
и внезапно все стало видно. Как на ладони. Завершен шпион и следовательские гранты. В Никее все отремонтировано. Нет, не все. Монумент, амбар. Сколько нам еще до подлодки? Блин, постоянно теряю в списке юнитов. Вы видите подлодку в списке юнитов? Господи, ПТ. Да что такое? А, это не Кея, блин, это не комедия. Тут и нельзя. Сорян. Оперу и балет открыли. Капитализм. Давайте охрану природы и культурное наследие пока вот так пойдем. То есть я на синтетическую технократию переключусь, когда я открою ускорялки. Последнее. А до этого момента мне нужны все-таки... Мне нужна наука 10% от коммунизма. О, Шумер завершил лунную экспедицию. Меня прикалывает, конечно, на карте, как Англия расположила города. Вот каждый раз это смотрю. То есть, очевидно, у них должен быть союз культурный с Францией, иначе бы оно просто все отваливалось. Видимо. Но он, она просто прям конкретно пошла Бирмингем. Это, не знаю, чуть ли не третий город, наверное, был. Судя по всему. О, современные танки к Дебрецену подъезжают. Ух ты, плюс 4 довольства. Это, кстати, за счет того, что мы войну закончили с Византией, которая довольно много давала усталости, наверное. Не знаю, ну плюс 4 уже. Я вышел в плюс 4 даже. Так, этот истребитель, где мы задействуем. Вот тут давайте. Перебрасываем бомбардировщики. Где у нас еще? На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий.